शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। Кинокомпания Venus Records and Tapes Ltd. представляет. Страх, ужас, террор. Пока люди боятся меня, они остаются марионетками в моих руках. Когда придет конец страху, придет конец и мне. В фильме снимались Митхун Чакраборти, Рахул Кханна, Арджун Рампал, Амиша Патель, Джон Эбрахам, Лара Датта, а также Чанки Пандей. Схватка. Оператор Правин Бхат. Будь проклят, Баба Сикандер! Будь проклят, Баба Сикандер! Авторы сценария Робин Бхат, Викрам Бхат. Баба Сикандер стреляет там, а здесь это аукнется мне, главному министру. В конце концов, что я должен им ответить? Поддерживать порядок и законность — ваш долг. Сэр, если бы он был в стране, мы бы его давно поймали. Именно страх позволяет мне править Индию, даже находясь за тысячи километров оттуда. Бабу Сикандра боятся все. Все. Композитор Ану Малик. Продюсеры Ганеш Джайн, Ратан Джайн. Режиссер Викрам Бхат. Доброе утро, сэр. Доброе утро, сэр. Хорошо, что ты приехал. Я привез для вас виски.
Как поживаешь? А ты как думаешь? Как дела? Хорошо, спасибо. Сколько раз он уже звонил? Два. И вот-вот снова позвонит. Можно? Алло. По твоему голосу я слышу, что ты собираешься сказать «да». Поторопись, ведь мои люди ждут только, чтобы «да» сказал я. Мне нужно немного времени, чтобы подумать. Как раз этого у меня и нет. Времени. Твой сын уже, должно быть, приехал из Америки. Посоветуйся с ним. Сын никогда не даст отцу плохого совета. Кстати, ты что думаешь, тебя спасет этот комиссар, который притворяется, что выполняет свой долг? Как только баба возьмет тебя на мушку, тебе уже никто не поможет. Ни министр, которому ты давал деньги на избирательную кампанию, ни полицейские, ни твои телохранители, ни даже твой собственный сын. Я позвоню завтра. В это же время. Если получу деньги, ты больше никогда не услышишь мой голос. А нет, то никто больше не услышит твой голос. Папа, почему вы не сказали ему, что готовы заплатить? Ведь для вас 200 миллионов капля в море. Зачем вы рискуете жизнью за такой ничтожной суммы? Дочка, дело не только в деньгах. Не заговаривайте мне зубы, дядя. Я слышала, как он с вами говорил. Он знает даже, что мы вызвали Карена из Америки. Сначала вы будете болтать, а потом склоните перед ним голову, уповая на Всевышнего. А я потеряю отца. Анжели, пожалуйста. Сейчас не время разбрасываться обвинениями. Дай им спокойно делать свое дело. Знаю, как они его делают. Сколько людей погибло от взрыва бомбы, которую он устроил. Где вы тогда были с вашей полицией? Что вы хотите сказать, мисс Анжели? Закон ограничивает наши возможности, но мы не беспомощны. Держите себя в руках. Мы имеем дело с уважаемым бизнесменом. Дядя комиссар, честь значит не больше, чем жизнь. Я хочу, чтобы деньги были уплачены. Это ведь та же партия, которую я не доиграл перед отъездом, да, папа? Тогда вы сказали, что пешка на первый взгляд выглядит простым солдатом, рядовым. Но если этот солдат не поддастся страху и достигнет противоположного конца шахматной доски, то сможет поставить мат королю. Вы стоите перед выбором, папа. Вам надо решить, сдаться без боя или, продвигаясь шаг за шагом, добиться своего. Ты не боишься за жизнь отца? Боюсь, поэтому я и говорю вам это. Заплатите одному, придут четверо. Заплатите четверым, придут 10. Все узнают, что мистер Ша готов платить за свою жизнь. Сегодня вашей жизни угрожает только Сикандр, а завтра будут угрожать 50 человек. Кто защитит вас от них? Решение принято, папа. Вы заплатите бабе Сикандру. Анжели. Не вмешивайся. Так и знала, что ты будешь сбивать папу с правильного пути. Вообще не понимаю, зачем ты приехал. Тебе прекрасно известно, что Карен приехал по моей просьбе. Так попросите его уехать обратно. Он не хочет, чтобы вы платили бабе Сикандру, а сможет он остановить пулю, если в вас будут стрелять? Он ведь только называет вас отцом. А я ваша настоящая дочь. Отца потеряю я. Я потеряю отца. Думай, прежде чем говорить, Анжели. Ты вообще соображаешь, что говоришь? Я только знаю, что люблю вас, папа, очень. И если с вами что-то случится, я никогда его не прощу. Никогда.
Ну и что ты надумал? Жизнь или 200 миллионов? Не 200, а 400. Но эти деньги я заплачу тем людям, чьих детей ты убил. Я отдам эти деньги тем, кто из-за тебя лишился опоры в жизни. Тебе ничего не дам. Мне нравится. Нравится и в то же время нет. Нравится слышать такой мужественный ответ. А не нравится думать о том, какой печальный конец тебя ожидает. О конце беспокоятся те, кто боится тебя. А я знаю, что не во власти человека распоряжаться жизнью и смертью, и не во власти такого дьявола, как ты. Это во власти Господа. Я глаз не сомкнул с тех пор, как ты позвонил первый раз. Но сегодня я отказал тебе и буду спать спокойно. Все, разговор закончен. Сколько раз я пытался стать хорошим. И каждый раз меня заставляли быть плохим. Баба, чего ты расстраиваешься? Наши люди доберутся до него и прирежут. Нет, нет. Пока нет. Не теперь. Убийство должно запомниться. Сегодня 25-е. Через 4 дня у Канти Лала Шаха день рождения. Пусть живет пока. С днем рождения! С днем рождения! Он и не думал, что так будет. Еще бы. Еще бы. Так вы говорили... В чем дело? Разве вам платят, чтобы вы бездельничали? Папа, пошли со мной. Куда, дочка? Идем. Сфотографируйте меня с Пахом. Карн? Извините. Конечно, конечно. Давайте. Доброе утро, сэр. Доброе утро. Карен, сынок, взгляни, это срочно. Данные о курсе наших акций. Папа, вы идите, я сейчас.
С дороги! С дороги! С дороги! Нет! Нет! Дело вышло громкое, баба. Но мы потеряли 200 миллионов. Мы ничего не потеряли. А наоборот, приобрели. Еще несколько дней во всех газетах и на всех телеканалах только и разговоров будет, что обо мне. После смерти Канти Лала Шаха кошельки всех толстосумов сами собой откроются для нас. Привет, Прия. Слава богу, ты здесь. Что надо делать? У нас должен быть лучший обзор. Что такое, прессу не пускают? Нет, охрана очень строгая. Недавно приехал комиссар. А чего ждут наши медийные друзья? Тело Канти Лала на первом этаже. Надеются застать, когда его будут выносить. И сфотографировать труп? А где Анджели Шах? Ее недавно вывели через запасной ход. А Карен Шах? Карен Шах где-то здесь, в здании. Тело в любом случае сфотографировать удастся. Хорошо было бы взять интервью Карен Шах. Пошли со мной. Прия. Заткнись и иди за мной. Включи запись. Доброе утро, мистер Шах. Разрешите задать вам... Что-то наделала. Упусти такой шанс. Заплаканное лицо Карена Шаха. Интервью. Мы бы всех переплюнули. Да, но плевать ему в душу я не хочу. Идем, сынок. Настало время проводить его в последний путь. Все ждут, чтобы ты зажег погребальный костер. Дядя! Я хочу поговорить с Кареном. Наедине. Ты никогда не был мне братом. Ты был всего лишь сыном моего отца. Теперь нас ничто больше не связывает. Теперь ты только убийца Канти Лала Шаха. Да, Карен. Это не баба Сикандр стрелял в моего отца, а ты. Ты убил моего папу. Ты в ответе за его смерть. И я не хочу, чтобы его погребальный костер зажег человек, чьи руки обогрены его кровью. У тебя и раньше не было такого права.
А теперь ты окончательно его потерял, Карен. Не беспокойся о его чувствах. Побеспокойся лучше о себе, Прия. Как я понимаю, история Канти Лала Шаха заканчивается на его погребальном костре. А после драки кулаками не машут. Вот так-то. Я все время об этом думаю, сэр. Мне кажется, что история не закончилась, а только начинается. Как это? Подумайте сами, сэр. У него есть сын. А погребальный костер зажгла дочь. Да. Сейчас буду, комиссар Сахар. Да! Давайте, давайте! Слушайте все! Прия, ты была права. То, что я узнал о Карене Шахе, это нечто. Но чтобы узнать подлинную историю Карена Шаха, нам надо вспомнить разносчика. Маленького разносчика. Разносчика? Да! Разносчика или Карена Шаха. Разносчика, который 15 лет назад приносил чай в офис Канти Лала Шаха. Но он больше был заинтересован во встречах с Канти Лалом Шахом, чем в приготовлении чая. Идем. Постепенно он перестал заниматься чаем. Днем он работал в офисе, а по вечерам учился в школе. Так он завоевал сердце Канти Лала и стал Кареном Шахом. Тот даже усыновил его. Вот убийца. Он стрелял в твоего отца. Достал фальшивый паспорт и пытался сбежать. Его задержали в аэропорту. Я не держу на него зла. Он просто нажал на курок. Ненавижу я того, кто отдал приказ стрелять. Карен всегда предпочитал действовать, а не говорить. Если посмотреть на данные за последние 5 лет, то мы увидим, что прибыли компании Канти Лала выросли в 3 раза. И все благодаря Карену. Он не только твой враг, сынок. Он враг нашей страны. Ты думаешь, мы не хотим его поймать? Но проблема в том, что он прячется в стране, с которой у нас нет договора об экстрадиции. Но мы не теряем надежды. Я написал министру, уверен, у нас все получится. Не сегодня, так завтра. Нужный нам закон обязательно будет принят. И тогда я лично поеду и арестую его. Карен, обещаю тебе. Полиция сделает все возможное. Не сомневайся в наших силах. Комиссар, забудьте на минуту, что вы полицейский, а я пришел просить вас арестовать убийцу отца. Скажите, положа руку на сердце, то, о чем вы говорите, возможно? Человек, который прошел путь от продавца чая до миллиардера, не смирится с тем, что его отца убили? Вот увидите, сэр, он не будет сидеть, сложа руки. Ни за что. Да. Будь то миллиардер или бродячий пес, перед смертью в их глазах плещется страх. Прежде чем убить своего отца, мой человек позвонил мне по мобильному, чтобы я мог услышать его предсмертный крик. Человек, осмелившийся пойти против меня, умолк навсегда. Ты, наверное, вспоминаешь тот день, когда посоветовал отцу сказать «нет». Смотришь на его фотографию и думаешь, что не должен был этого делать. Верно? Не знаю, чего я не должен был делать. Но ты пожалеешь о том, что я сделаю. Где бы ты ни прятался, я тебя найду. Я отомщу тебе не только за своего отца. Тебе придется ответить за каждую пролитую тобой каплю крови. Я заставлю тебя предстать перед законом. Я верну тебя в страну, где ты стольких родителей разлучил с детьми. Если ты не вернешься по доброй воле,
Знай, я притащу тебя на веревке. Я бросаю тебе вызов. Говорит, на веревке притащит меня в Индию. Отдаст меня под суд. Каким образом? Каким образом? От имени правительства он не найдет ни одного человека. Ни одного, который не боялся бы Сикандра. Эй, куколка, иди сюда. Папа. Моя малышка, чему ты сегодня научилась? Наклеивать переводные картинки. Мне тоже дали одну. Замечательно. Пошли домой. Идем. И вот мы будем ехать и ехать, пока не приедем прямо в Ладакх. Ух ты! Папа, а там кругом будет снег! Да, дочка, там кругом заснеженные горы. А как же деревья и цветы? Если тебе нужны деревья и цветы, надо ехать к Кералу. Я даже не знаю, папа. Я запуталась, куда ехать. Ладно, дочка, давай вот как сделаем. Ты закроешь глазки и будешь спать. Какое место тебе приснится, туда мы и поедем. Хорошо? Согласна? Но на этот раз ты ведь не отменишь поездку. Нет. Мы обязательно поедем отдыхать. Обязательно. Обещаешь? Обещаю. Ну, где твое обещание? Где, где? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Меня преследуют первый раз с тех пор, как я оставил службу в полиции. А теперь медленно поворачиваюсь. Карен Шах. Ты хочешь поймать Сикандра и привезти в Индию? Ты еще в одиночку? Не в одиночку, с твоей помощью. Сикандр не речная рыба, которую легко поймать на крючок. Сикандр крокодил, которого до сих пор не смогли поймать правительство трех стран. Знаешь что? Знаешь, мистер Карен Шах, каждый вечер, укладывая дочь спать, я желаю ей увидеть сон. А тебе советую не грезить наяву. Проснись, мистер Карен Шах, и посмотри правде в глаза. Я смотрю правде в глаза с того самого дня, когда Сикандр убил моего отца. Я обязательно привезу убийцу отца в Индию, независимо от того, будет мне кто-то помогать в этом или нет. Я выполню свое обещание. Я уважаю твою целеустремленность, но позволь мне спокойно жить в моем маленьком мире. Я счастлив здесь, со своей дочерью. Правда? Счастлив? Или просто обманываешь сам себя?
Я много узнал о тебе, прежде чем прийти сюда. На свои деньги я мог бы нанять целую армию и послать ее сражаться против Секандра. Но мне нужны люди, которые умеют не только сражаться, но и побеждать. Я потерял отца. А кто лучше тебя может понять, что значит потерять родного человека? Я знаю, что у тебя была семья. У тебя была хорошая работа. Тебе нечего было больше желать. Ну и что же случилось? По какому праву ты вмешиваешься в мою жизнь? По какому праву? Убирайся! Убирайся! Я не хотел причинить тебе боль. Может быть, узы дружбы никогда не свяжут нас, но боль потери связала нас навсегда. Я сказал, убирайся. Основание для отставки 17 августа 1900. Арджуна не было дома, совершено нападение. Сима? Сима! Сима! Арджун! Арджун! Сима! Арджун! Они... Это были люди Рама Шанкара. Я умру, Арджун. Все будет хорошо. Наш ребенок умрет. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Наш ребенок, Арджун. Мы умрем. Я не допущу этого. Мы умрем. Арджун. Инспектор, у вас дочь. Спасибо.
Ты опять всю ночь не спал, да? Иди ко мне. Дочка, ты хорошо знаешь своего папу, да? Знаешь, дочка, вчера, когда ты уснула, ко мне приходил один дядя. Он просил меня помочь ему. Но не знаю, надо ему помогать или нет. Я закрыл глаза и увидел твою маму. Она сказала, что я должен помочь этому дяде. Я буду помогать ему, хорошо, дочка? Ты должен ему помочь. Я знаю, дочка. Но тогда мы не сможем поехать на каникулы. К тому же, папе придется уехать на некоторое время от тебя. Папа, а ты с кем раньше познакомился, с мамой или со мной? С мамой. Тогда кого ты должен в первую очередь слушаться, маму или меня? Куколка моя, я тебя очень люблю. Вау, Самир, ты молодец. Я же говорила, что этот парень не будет сидеть сложа руки. Обязательно что-нибудь предпримет. Насколько я знаю, Баба Сикандар настоящий король. У него собственное государство, своя армия. Считай, что добраться до него все равно, что пройти сквозь игольное ушко. И для этого нам понадобится Абхиманью. Кто этот Абхиманью и где мы его найдем? В тюрьме. Абхиманью. Один из бывших соратников Сикандра. Поначалу он был его шофером, но постепенно стал его личным наемным убийцей. Он расправился с несколькими криминальными авторитетами, убил нескольких видных бизнесменов, но не оставил никаких улик. Прежде чем нанести врагу удар, он изучает его слабые места. А потом... Если он что-то задумал, то обязательно добьется своего. Абхиманью! 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 Он не любит нападать сзади. Если кто-то поступает так с ним, то становится его злейшим врагом на всю жизнь. Ты сказал, что он не оставил улик? Как же тогда он попал в тюрьму? Из-за Сикандра. Сикандр нанес ему удар в спину.
обманул его. А он сможет помочь нам, сидя в тюрьме? Нет. Поэтому нам придется вытащить его из тюрьмы. Но как? Для этого нам понадобится 5 трупов. И достать их должны будете вы. Я? Я не имел в виду, что придется кого-то убивать. Я говорил о трупах. У тебя ведь есть знакомые в медицинском институте? Да, есть. И что? В институтском морге есть трупы. Их используют на практических занятиях. Использую свой авторитет или деньги. Но завтра утром мне нужны 5 трупов и 2 машины скорой помощи. Но как эти трупы помогут нам освободить Абхиманию? Есть только один способ вытащить его из тюрьмы. Убить его. Что? Мне помогут двое друзей, Альберт и Тони. А тебе придется еще кое-что сделать. В 10:35 тебе надо будет позвонить начальнику тюрьмы мистеру Пателю. Да, Сахаб, какое у вас дело? Что значит ваш визит? Мы из Министерства здравоохранения. Мы проводим вакцинацию заключенных. Сахаб, у меня нет такой информации. Простым охранникам ее и не предоставляют. Спроси у своего начальника. Сахаб, тут приехали врачи из министерства. Да, господин начальник. Я слушаю. У меня приказ из Министерства здравоохранения. Если я не ошибаюсь, в вашей тюрьме содержится 570 заключенных. Да? И что? Что с того? Им надо сделать прививки от малярии. Приезжайте в понедельник после 2. Хорошо, скажите это министру, и мы уедем. Хорошо? Хорошо. Да, малярию не возьмет этих закоренелых преступников. Это комаров надо прививать от них. И тогда все популярно объяснил. И говорила. Она меня просто с ума свела. Просто-напросто достала. И тогда я... сделал вот так. И все сложилось у нас наилучшим образом. Представляете, все свершилось. Господин начальник, эти люди, что сейчас находятся в вашей тюрьме, не врачи. Они преступники. Остановите их, пока они не сбежали и не прихватили с собой своего дружка Абхиманию. Держите их! Держите! Быстрее!
За ними! За ними! Поворачивай. Давай. Арджун Шривастов, я знал, что ты оставил службу в полиции, но не думал, что ты так быстро начнешь нарушать закон. Наемный убийца Сикандера погиб при попытке к бегству. Погиб? Но ведь я жив, приятель. Будешь так много болтать, проживешь недолго. Убери-ка эту штуку, братец, убери. Я не понял, ты убил меня, чтобы я жил, или оставил живых, чтобы убить? Ты мне нужен для дела. Ну что ж, говори. Сигаретка есть? Что за дело? Привезти бабу Сикандра в Индию. Ты всегда эти сигареты куришь? Да. Тогда я лучше не буду их курить. А то у меня тоже ум за разум зайдет, как у тебя. Начну разные глупости говорить. Это не глупости. Тут все предельно ясно. Если ты нам поможешь, то сможешь начать новую жизнь под другим именем. А если откажешься, опять попадешь в тюрьму. Мне нужно всего лишь позвонить в полицию и сообщить, что ты жив. Или тюрьма, или рисковое дело. В тюрьме я стану жив, а так... Как хочешь. Вообще-то ты и заработать бы мог. Сколько? 5 миллионов. Всего 5 миллионов? А тебе сколько надо? 10. Ты их получишь. Получишь. Господи, Караншах, месть за отца. 20 миллионов. Согласен. Половину вперед, согласен. Братец, дай сигаретку. Вы хорошо получились на этих фотографиях. Жаль, не слышно, о чем вы говорите, но мы журналисты и без слов многое понимаем. Я вот, например, вижу, что вы очень умны. Как здорово вы обвели полицию вокруг пальца. Замечательно. Ближе к делу. Вы хотите наказать убийцу своего отца. А я хочу сделать хороший репортаж. Мы с вами нужны друг другу. Если вы будете держать меня в курсе своих дел, я забуду про эти фотографии. Ты меня шантажируешь? Вовсе нет. Я указываю вам дорогу. У вас есть два пути. Или вы будете сотрудничать со мной, или выгоните в зашей. И тогда я всем расскажу, что Абхиманью жив. Что вы делаете? В моем офисе нет места шантажистам. Вон.
если я покажу эти фотографии полиции? Вон! Если вы не отдадите мою сумку? Вон! Если не рядом, он на шаг позади. Но я буду с тобой везде. Куда бы ты ни пошел. Мадам? Что? К вам пришли. Вы? Вы думали, будете преследовать меня, фотографировать, записывать на диктофон, а я ни о чем не узнаю? Так? Сэр, я... Если я захочу, я могу подать на вас в суд. Но я этого не сделаю. Потому что мне понадобится много союзников, чтобы выиграть предстоящую битву. И если эти союзники будут такие умные и красивые, как вы, то мне будет намного легче победить. Ну так что, будете со мной? Да? Нет? Буду. Мадам, кофе будете? Сколько раз тебе говорить, не кричи так. Дурак, убирайся. Извините, мадам. शबनम जरा बरसाओ महबूब की चाहत को
अब और न तरसाओ, अब और न तरसाओ। बेचैन मेरा दिल है, बहला के चले जाओ, है तुमको कसम मेरी, तुम आके चले जाओ, तुम आके चले जाओ। Что ты делаешь, Прия? Преследую. Преследуешь? Да. Кого? Карена Шаха. Как ты можешь его преследовать, сидя здесь? Достаньте свой мобильник, сэр. Достал. Что там написано? 8:10. Ниже. Кишори Лакх, мое имя. Ниже. Дальше название нашего района, Махендра. А теперь подойдите сюда, сэр. Я хочу вам кое-что показать. Идите сюда. Идите, взгляните сюда. Это интернет-сайт, система, отслеживающая мобильные телефоны. Введите номер мобильного, и с помощью спутника можно выяснить, где он сейчас находится. Вот это да! Куда бы ни отправился Карен Шах, я буду знать об этом. Пляж Агуада Гоа. С этой минуты мы не будем звонить домой и не будем встречаться с друзьями. Считайте, что для всех мы умерли. Вы двое? И я-то уже мертв. Поэтому тебе надо быть еще более осторожным, Абхиманью. Если кому-нибудь станет известно, что ты жив, наша операция закончится, так и не начавшись. Ты понял? Понял, братец. Держи. Что это? Паспорт. Теперь ты не Абхиманью, а Рокки. Здорово. Меня будут звать Сахиль Сингх. А меня? Известному человеку трудно сменить имя. Вы останетесь самим собой. Абхиманью, начинай. Мир Сикандра держится на плечах его доверенных людей. Чтобы добраться до него, вам придется сначала схватиться с ними. Сейчас я подробно расскажу о Сикандре и его приближенных. Баба Сикандр. Самый опасный преступник не только в Индии, но и во всем мире. Сколько министров, полицейских и судей мечтают арестовать его. Обег Абхиманью дело темное. Кроме нас, врагов у него нет. И друзьям взяться неоткуда. Кто же помог ему бежать? Что скажешь, Салим? Он и правда умер? Если не умер, мы его прикончим. Большой Салим, друг детства Сикандра. Если Сикандр убивает ради денег, то он ради удовольствия. Афтаб, младший брат Сикандра. Можно сказать, что он министр иностранных дел Сикандра. Он как хочет вертит правительством той страны, где в данный момент находится Сикандр. Скажи, что надо делать, брат. Развесьте фотографии Абхиманью в аэропорту. Если он жив, то обязательно попытается добраться до меня. Сначала я вот что сделаю. Велю своим людям в Мумбаи разведать обстановку. Через 24 часа мы будем все точно знать. Самир, самый младший брат Сикандра. Даже находясь за границей, он поддерживает связь с преступным миром Мумбаи. По твоим сведениям, где сейчас находится Сикандра? В Италии, в Венеции. Что ж, ребята, пора нам разделиться. Через 3 дня встречаемся в Венеции. В Венеции? С ума сойти.
Венеция, Италия. А если Сикандр тебе не поверит? Я же его хорошо знаю. Как всякому авторитету, ему нравится быть крестным отцом мафии. Я пойду к его ногам, буду превозносить его достоинство и попрошу прощения за свои ошибки. Я скажу: старший брат, вдали от тебя я понял, какой ты великий человек. Так что он или примет назад в банду, или застрелит. Вот так, все просто и ясно. Ну как ты выйдешь на Сикандра? Через его девушку. Ее зовут Соня. Она танцовщица в ночном клубе. Она поможет мне встретиться с Сикандром. Соня ни в чем ему не отказывает, и он ей тоже. Dare
Я пойду к ней. Глазам не верю. Ты рядом здесь. Мне сказали, что ты погиб при попытке к бегству. Абхимани, я люблю тебя. Я люблю тебя. Люблю. Не плачь. Хватит. Я же здесь. Успокойся. Абхимани, что происходит? Кто эти люди с тобой? Как тебе удалось выжить? Я тебе все расскажу, но потом, сейчас у меня нет времени. Но Абхимани... Слушай меня внимательно. Меня привезли сюда те двое, и мне придется обмануть их, чтобы быть с тобой. Что? Слушай внимательно. Встречаемся через 2 часа в церкви Святого Георгия. Оттуда мы с тобой... Там начнется наша история любви. Хорошо? Поняла? Извините, извините, друзья. Договорился. Трудом. Она согласна, но просит немного денег. Сколько? 100 000 евро. Она что, спятила? Мы... Мы согласны. Тогда дело выгорит. Дайте мне деньги и ждите меня через 2 часа в гостинице. Идет? Ты? Я. Кто это? Зайти не пригласишь? Как ты тут оказалась? Я вас преследовала. Я все знаю о ваших планах. Каждому нужна такая девушка, как Соня. Для влюбленных главное – деньги. Мистер Караншах, если бы я хотела, то легко могла бы воплотить в жизнь свои планы. Но ваша цель важнее моей. Поэтому я собираюсь отложить свои планы и помочь вам. Что ты имеешь в виду? Я хочу вам кое-что рассказать. Тот человек, которого вы считаете своим другом, и с чьей помощью надеетесь проникнуть в банду Сикандера, вовсе не друг вам, а враг. Он обманывает вас. Соня – его девушка, а не Сикандер. У тебя могло быть 2 причины приехать сюда. Или ты хотел попросить прощения и снова вступить в банду, или отомстить мне. У меня была другая причина, босс. Соня. Ради нее я умер при жизни, ради нее сбежал из тюрьмы. Ради нее я нарушил закон и приехал в Венецию. Значит, речь идет не о мести, а о любви. Сердце велит мне поверить тебе и простить. Но что поделаешь?
Здравый смысл не позволяет мне так поступить. Ты ведь мой человек. А здравый смысл говорит, что великие люди, будь то Юлий Цезарь или Махатма Ганди, не должны доверять своему окружению. Великих людей убивали их же приближенные. Я не тебя убиваю, а защищаю себя. Альпы — граница Австрии и Италии. Но все, хватит, уже достаточно глубоко, чтобы обессмертить двоих влюбленных. Такой могилы достаточно. Братья, что за несчастная судьба? Замечательно! Несчастная судьба, не было ни клочка земли при жизни. Не было ни клочка земли при жизни, после смерти не досталось. Жестокие времена, хватит уже, стреляй быстрее, а то я от твоих стихов загнусь. Так не терпится умереть, а я уже вижу Рашида с пистолетом. Он Рашид. Рашид. Инспектор Арджун? Держите негодяя! Ловите их! Убейте их всех! Абхиманию сюда, быстрее! Абхиманию, быстрее! Абхиманию сюда! Сюда! Абхиманию сюда! Давай, давай, садись быстрее! Быстрее! Поехали, поехали! Догнать быстрее! Карен, если они нас догонят, мы погибли. Дай мне пистолет. Абхиманию. Не упустить. Абхиманию сюда. Давай, Абхиманию!
Привет, я Соня. А я Привет. Осторожно! Нет. Прия, возьми вправо. Возьми вправо, Прия. Вот так. Так бы прикончил тебя. Но что поделаешь, если Карен Шах такой добрый. Арджуна, отпусти его. Отпусти. $15 миллионов ты уже получил. 10 честным путем, а 5 обманом. Вот остальное. 5 миллионов рупий. И больше такой ошибки я не совершу. Да он смоется вместе с деньгами. Но то, что случилось сегодня, нам просто так с рук не сойдет. Салим? Салим собирался нас убить. Если бы не вы, он так бы и сделал. Я не возьму с вас денег, ведь вы спасли нам жизнь. Возьмите их. Пошли, Соня. Соня никуда не пойдет. И ты тоже. Абхиманью не такой плохой, как вы думаете. Все, что он сделал ради меня. Он обещал мне, что уйдет от Сикандры. Но когда он сказал об этом Сикандру, тот поручил ему последнее задание. Ничего не вышло. Почему? Не знаю, как он там оказался. Кто? Инспектор Арджун. И для этого последнего задания Сикандр послал тебя в Индию. А там тебя арестовали за наркотики, да? Да. Зачем полицейскому ехать так далеко? Чтобы спасти вора. Он не сам приехал, его привезли, баба. А привез его никто иной, как сын Канти Лала Шаха, Карен Шах. Поэтому ты сразу согласился на наше предложение. Так он приехал отомстить мне. Отомстить за отца. Ему это не удастся. Пусть только придет, я такой урок ему преподам. Не жди, пока он сделает первый шаг, Салим. Змееныша надо давить, как только он вылупится из яйца. Разыщи их.
Я запретила ему совершать преступления, а не предотвращать их. Он с вами. Если вы сможете меня простить, то я готов помогать вам. Соня. Нам надо быстрее уходить отсюда. Баба Сикандер уже наверняка узнал о наших планах. Здравствуйте. Здравствуйте. Ложись! Соня! Соня! Пошли! За ними! Бежим. Спасибо, Прия. Тебе повезло. Пуля прошла на вылет. Это не ей повезло, а Сикандру. Если бы с ней что-нибудь случилось, я бы его в порошок стер. Пригнись. Это их машина. Они должны быть где-то здесь. Джавет, выпускай собак. Вперед! Что делать? Господи! Я думаю, их надо перестрелять. Только без глупостей. Они вооружены и ко всему готовы. Мы должны незаметно скрыться. Но как? У Сони идет кровь, а у них натасканные собаки. Куда бы мы ни пошли, они учуют кровь и возьмут след. Нам нужно обратить собственную слабость в силу. Отойдите. Кровь. Теперь им от нас не уйти. Искать? Давайте, собачки, вперед. Пошли. Thank you.
Сюда, Карен. Я слушаю. Мы ранили кого-то из них. Убить не смогли. Они сели в поезд. Куда он идет? Париж. Не волнуйся, автоап. На вокзале в Париже их будут ждать наши люди. Какая прелесть. Это твоя дочка? Да, моя дочка, моя жизнь. Айша. А это что за открытки? Это не открытки, а воспоминания. Я собираю их для Айши. Карен, ты любишь детей? Люблю. Чужих. Да и тех не дольше 5 минут. Какой ты грубый. Вот женишься, появятся свои дети. Что ты будешь делать? Поэтому и не собираюсь жениться. Что? Вот это да. Ты не хочешь жениться, потому что тебе не нужны дети? Абхиманию, сколько у вас будет детей? 5. 5? Да, у нас будет маленький отряд, как в армии. Я буду командиром. Видишь? Видишь, какие у людей планы? Как они любят своих детей. А тут ты. Ты дурак. Что это? С ней. Ну, подойди и спроси. Бедняжка. Нелегко ей приходится. Она так любит Карена. А признаться не решается. А что в этом такого? Это легче легкого. Раз, да и все. А ты хоть раз говорил мне, я тебя люблю? Я все время пристаю к тебе с нежностями. А ты разве говорил мне романтические слова? Хоть раз. Хорошая идея. Сейчас я этим и займусь. Буду романтичным. Соня. Когда я смотрю в твои глаза, я... Ты... Что? Ну, как это называется? Пьянеешь? Да нет, не то. А, ладно, проехали. Проехали? Соня, когда я смотрю на тебя, в моем сердце... Как это называется? В моем сердце разгорается... Сказать? Скажи. Ладно. Hal chal dil mein hai hal chal 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 mera
सिरे में हो जाए हम बेताबियों में उठे बदन अच्छा लगे है आवारापन गोरी गोरी बाहें मुझे ललचाए गोरी गोरी बाहें मुझे ललचाए कैसे मैं रोकूं कदम चल 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 मैं रही चल 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 अब कहीं चल मर जाऊंगी मैं सनम Я говорил со своим человеком. Завтра Салим приедет в Венецию, чтобы повидаться с любовницей. Венеция, Италия. Приближается лодка. Это он. Соня, он здесь. Приехал. Сколько с ним человек? Рия, прием. Раз, два, три, четыре. Шофер и три телохранителя. Четверо. Подошли к зданию. Они у двери. Да. Это Рафик. Я звоню с парижского вокзала. Я слушаю. Карен Шах и его люди не приехали в Париж. Их вообще не было в поезде. Что ты сказал? Почему рука дрожит и отказывается стучать? Собственный дом кажется чужим. Пошли! Он вышел из дома.
Салим передумал. Арджун, он уходит. Что? Давайте за ним. Что? Если мы сейчас упустим Салима, то никогда не доберемся до Сикандра. Карен! Вперед! Давай, Карен, быстрее, быстрее! Не ты наша цель, Салим. Выведи нас на Сикандра, и мы подарим тебе жизнь. Вы просто везунчики и враждуете с самим Сикандром и до сих пор живы. Сикандр — сама смерть. Если вам не терпится умереть, зачем искать его? Давайте мне пистолет, и я вас всех перестреляю. Я три раза спрошу тебя. Где баба Сикандр? Убирайся, усвоясь, инспектор Арджун. Это не твоя игра. Сикандр, крепкий орешек, тебе не по зубам. Ты с ума сошел? Один. Ты спятил? Думаешь, сможешь меня напугать? Разве я испугался? Где Сикандр? Два. Ты что, разве так можно? Ну дай хоть предсмертную записку написать. Не надо, не убивай меня, не убивай. Три. Нет, не надо. Ну? Он на своей вилле. Где это? Не знаю, но я знаю, что в пятницу он приедет в Мюнхен посмотреть хоккейный матч. Не стреляйте, братцы, не надо, братцы. Ну тебе-то что надо? Салим, я знаю, что это вы с Сикандром все подстроили. Не бросай меня, вытащи меня отсюда, вытащи меня! Вытащи меня! Не смотри на меня с мольбой, друг мой. Я ничего против тебя не имею, но я вынужден. Мюнхен, Германия. Марко,
Передайте телефон в ложу, пожалуйста. Я ведь говорил, где бы ты ни прятался, я тебя найду. И вот я здесь, в твоем логове, рядом с тобой. Карен Шах? Да. Тот самый Карен Шах, который бросил тебе вызов и поклялся привести тебя в Индию. Я восхищен твоей смекалкой, но сожалею, что ты такой дурак. С одной стороны, ты знаешь, что я не оставлю тебя в живых, поэтому пришел не один. Но с другой стороны, ты как последний дурак думаешь, что я по твоей указке поеду в Индию. Ты ничего не понимаешь. Тебе придется вернуться в Индию, Сикандр. Если поедешь сразу, останешься в живых, а нет, пеняй на себя. Вот так. Напугал. Я испугался. Слышишь, я испугался. А ты не хочешь спросить, кто сказал нам, где тебя искать? Салим мертв, его труп в Венеции. Что? Тебе уже не смешно. Когда ранен ты сам, хочется не смеяться, а плакать. Не так ли? Друг должен позаботиться о погребении друга. Это право и обязанность друзей. Они не просто убили Салима, они целились в вас, Но это не сойдет им с рук. Мы разыщем их и убьем, как паршивых собак. Самир прав. Дайте нам шанс. И если мы не бросим их трупы к вашим ногам, можете больше не считать нас своими братьями. Никто никуда не поедет. Они сообщили мне о смерти Салима, потому что хотели, чтобы я пришел в ярость и совершил ошибку. Я не должен идти у них на поводу. Мы будем ждать. Пусть они радуются своей победе. Им нужно поймать Сикандра, и они сами придут ко мне. Взгляни, Абхиманью, это то самое место? Точно. Это гостевой домик Сикандра. Он обязательно наведывается туда раз в месяц, но мы не можем ждать целый месяц. Минутку. А это кто? Прием, можешь увеличить картинку? Конечно.
Дядя Фарид? Какой еще дядя Фарид? Он был менеджером в ночном клубе, где я работала. Ко мне часто приставали, а дядя Фарид меня защищал. Он относился ко мне как к дочери. Он не только защищал меня от дурных людей, но и деньгами иногда помогал. Дядя Фарид, спасибо, что вы откликнулись на мою просьбу и пришли. Я-то пришел. А вот вам лучше уехать. Ты, наверное, Абхиманью? Ты совершил ошибку, помогая Карану Шаху, инспектору Арджуну. Ты подверг ее жизнь опасности. Не вмешивайте их сюда. Баба Сикандар так и так хотел от меня избавиться. Да, но теперь, когда вы убили Салима, он разыскивает вас как сумасшедший. Если кто-то увидит нас вместе, то у меня будут проблемы. Дядя, пожалуйста, помогите своей дочери в последний раз, и мы уедем отсюда. Говори быстрее. Вы присматриваете за гостевым домиком Сикандра. Сообщите нам, когда он в следующий раз соберется туда. Вы должны держаться от него подальше, а ты обращаешься ко мне с такой просьбой. Пожалуйста, мы так надеялись на вашу помощь. Я знаю, что вы, хотя и связаны с преступниками, у вас доброе сердце. Вы всегда относились ко мне как к дочери, защищали меня. Поэтому я и обращаюсь к вам. Нам нужна ваша помощь. Посмотрим. Встретимся завтра на центральной площади в 11. Я все узнал. Он поедет туда через 2 дня. У него какая-то встреча. Но мой вам совет, не сходите с ума. Вы не сможете перехитрить его систему безопасности. И последнее. Отныне мы с вами не знакомы. Ясно. Пошли, Соня. Дядя Фарид, я всю жизнь буду помнить. Уходите, пока кто-нибудь не увидел нас вместе. Ступайте. Прощай, Соня. Идем. Молодец, Фарид. За это ты получишь достойную награду. Братец, почему ты дал им уйти? Надо было их сразу же прикончить. Не забывай еще о 3. Я хочу не просто 2 пальца отрубить, а всю руку. Уничтожить всех, кто осмелился выступить против меня. В их распоряжении всего 48 часов. 48 часов. А ну? Что ты задумала? Садитесь. Что ты делаешь? Садись, Абхиманию. Убиваю время. Убиваешь время?
Прежде чем мы допьем вино, мы должны будем рассказать о себе нечто такое, что до сих пор никому не рассказывали. Это должно быть что-нибудь важное, чтобы показать, что мы друг другу доверяем. Вот как. Ты нас просто выпивкой угощаешь или хочешь испортить нашу дружбу? Абхиманию, игра еще не началась, а ты возражаешь уже. Тогда начнем с меня. Я расскажу вам кое-что, о чем до сих пор никому не рассказывал. Но вам придется обещать мне, что когда вы все узнаете, вы не возненавидите меня. Хорошо? Это мое условие. Согласны? Ты о чем? У меня не одна тайна, а три. Соня, я тебя обманывал. Я очень тебя любил. Но когда в тюрьме я узнал о том, что ты танцуешь в ночном клубе, я тебя возненавидел. А дальше? Я подавил в себе ненависть. Я использовал тебя, чтобы добыть денег и скрыться. Я собирался бросить тебя. Навсегда. А еще? Еще. Я люблю приврать. Ну ты даешь. Соня, тебе понравилось? Поначалу наша миссия была для меня просто работой. Потом стала целью. А потом необходимостью. Я полюбила эту необходимость. Любовь стала мне необходима. Похоже на загадку. Любовь, необходимость. Да уж, тебе даже не стоит напрягать мозги и пытаться разгадать эту загадку. Абхиманию, я хочу рассказать тебе о Хардипе. Хардип? Это еще кто? Мы встретились после того, как тебя посадили в тюрьму. Понял, понял, я тебя обманул, а теперь и ты меня обманываешь. Нет, это правда. Сначала мне не нравилось, что мы все время рядом, но постепенно начало нравиться. Что ты говоришь? Мы часто встречались, гуляли. Днем или по ночам? Мы перестали различать разницу между днем и ночью. Я была очарована. Мы минуты не могли прожить друг без друга. Но однажды... Однажды... Однажды? Что однажды? Хардип вышла замуж и уехала с мужем в Лондон. Да что же это такое? Сядь, дружище. Она меня дураком выставила. Ну и что, она с тебя пример берет. Я не хочу рассказывать о себе. Я хочу сказать то, чего до сих пор сказать не мог. Я... Я не сказал человеку, который приютил маленького торговца чаем, взял его к себе в офис, а потом и к себе в дом. Который любил меня как родного. Я так и не сказал ему, как сильно его люблю. Очень сильно. Папа, если вы здесь, если вы слышите меня, сегодня я хочу все вам сказать. Я люблю вас, папа. Я вас очень люблю.
Вот это я понимаю. Но, Баба Сахаб, мы уже 3 недели ждем денег. Сколько ждать еще?
Времена меняются, братец. Дела вести все сложнее. К тому же меня ищет полиция нескольких стран. Сначала антитеррористической кампании бизнес пошел хуже. Но нам нужны деньги. Вы их получите. Сегодня 15-е. Парижский банк уже пришел в перевод из Индии. А скоро деньги переведут сюда. До 20-го мы рассчитаемся. Хорошо. А еще вы собирались мне рассказать о той гостинице? Да. Я думаю, гостиницу надо купить. Я знаю, сначала мы этого не планировали, но сейчас это будет целесообразно. Наши прибыли вырастут. Вперед! Гостиничный бизнес успешно развивается. Каждый год строятся новые гостиницы. Это ловушка. Бежим, бежим! Люди так любят зарабатывать деньги. Идите наверх. Ложись. Никто не должен уйти и убить всех. Карен, дверь! Прия! У меня патроны кончились. Их слишком много. Они окружили дом. Выхода нет. Мы дорого продадим свою жизнь. Нам не спастись. О, Господи, они повсюду. Нам нужны еще патроны и пистолеты. Карен, открой дверь. Что? Открой дверь! Мы умрем. Арджун. Арджун, мы умрем. 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 Мы умрем, Арджун. Мы умрем. Мы умрем. Никто не умрет. На этот раз никто не умрет. Мы умрем, Арджун. Мы умрем.
Арджун! Абхиманью! Арджун! 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 Арджун, вставай, вставай, Арджун, посмотри на меня, вставай, вставай, говорю, Арджун, вставай, вставай, Арджун, но посмотри на меня, поговори со мной, вставай, Арджун, я прошу тебя, вставай, друг, Арджун, вставай, Арджун, вставай. Абхимани. Посмотри на меня. Арджун, брат, очнись. Поднимайся, вставай, Арджун. Арджун, вставай. Вставай, Арджун. Абхимани. Вставай. Thank you.
Он пожертвовал собой, чтобы спасти остальных. Я уже давно не встречал таких храбрецов. Это пришлось мне по душе. Первый раз я убил живого человека. Остальные-то умирали еще при жизни. Извлеки пользу из той жертвы, что принес твой друг, и возвращайся в Индию. Считай, Сикандар простил тебя. И еще. Я даю тебе возможность выполнить последний долг дружбы. Говорят, друзья должны заботиться о погребении друга. Это их право и обязанность. Абхимани, возьми. Эти оставшиеся деньги. Вы с Соней сможете начать новую жизнь. А Сикандар? Как быть с ним? Одержимый желанием поймать его, я потерял Арджуна. Я совершил большую ошибку, когда вовлек вас в это дело. У меня нет никакого права подвергать вас опасности. Думаете, это игра? Отец погиб, вы решили поймать Сикандра, а потеряли друга, поставили крест на план? Моя миссия не окончена, но вы не должны больше в этом участвовать. Я один поймаю Сикандра. А мы будем стоять и смотреть. Арджун был не только твоим, но и нашим другом. Сикандр убил его. А мы должны забыть об этом, так? Не хочу ничего слышать. В это дело тебя вовлек я. И я же могу в любой момент заплатить тебе и отстранить от него. Ясно. Ты считаешь, что можешь меня купить? Ты считаешь меня рабом денег, да? Рабству конец. Как теперь ты меня остановишь? Как? Со мной никто не пойдет. Это окончательное решение, понятно? Зачем ты винишь себя в смерти Арджуна? Ты был прав, когда посоветовал отцу не склонять главы перед бабой Сикандром. Ты был прав, когда выбрал нас себе в помощники. Карен! Но сейчас ты слушаешь голос сердца, а не разума. Я хочу построить надежный дом для таких детишек, как моя дочь. Мы бросили вызов Сикандру, объявили ему войну. Мы с Айшей поедем в отпуск. Арджун не просто умер. Он погиб на этой войне. Он отдал свою жизнь, чтобы мы остались в живых и могли довести свою миссию до конца. Вставай! 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 Мы подобрались совсем близко к Сикандру. Друзья должны заботиться о погребении друга. Это их право и обязанность. Сейчас надо наступать, а не сдаваться. Девять семь. Девять семь. Один пять. Один пять. Ноль восемь четыре один семь. Ноль восемь четыре один семь. Один пять три. Один пять три. Сар Брюкин, Сикандар там. Сар Брюкин?
У него там гостиница, но он не задержится там долго. Может быть, еще одно объяснение его поездки в Сарбрюкен. Он собирается сесть в самолет и влететь куда-нибудь. Если он покинет пределы Германии, нам придется все начинать сначала. Нам надо любой ценой задержать его в Германии. Не в Германии, а во Франции. То есть? У нас не будет лучшей возможности задержать Секандра. Сарбрюкен находится на границе Германии и Франции. С Германией у нас нет договора об экстрадиции. А с Францией есть. Если он пересечет французскую границу, то власти Франции смогут нам помочь. Если он попадет во Францию, считайте, он уже в Индии. Недалеко от Сарбрюкена есть мост. Эта дорога ведет во Францию. Это не шоссе, а проселочная дорога. Идеально подойдет для нашего плана. С какой стати ему ехать во Францию? Он и не поедет, но мы его заставим. Es gab einen Unfall. Sie müssen der Umleitung folgen zur Autobahn nach München. В чем дело? Там авария. Придется ехать по другой дороге. Ладно. Поехали. Это он, Баба Секандр. Правительство Индии и полиция разыскивают его по обвинению в нескольких преступлениях. Да, после того, как мы получили ваш запрос, мы связались с Интерполом. Его разыскивают правительства 5 стран. Это вам. За костюмы и за машины. Поторопитесь уехать, пока настоящие полицейские не появились. Спасибо. Это государственная граница. Здесь действует международное законодательство. Мы сможем помочь вам, только если он пересечет белую линию. Это Германия. А он должен попасть во Францию. Мы не имеем права ни пересекать границу, ни стрелять в том направлении. Так что дело только за вами. Все будет исполнено. Рия, прием. Да, Карен. Секандр направляется в ту сторону. Все готово? Да, готово. С французской стороны границы его ждет полиция. Прекрасно. Останови машину. Он остановился, не доезжая до границы. Что? Братец, что же вы остановились? Нам надо выехать на шоссе. Эта дорога ведет не к шоссе, а в Индию. Что вы такое говорите? Впереди французская граница. Все идет так, как я и ожидал. Даже после гибели друга он не хочет признать поражение. На ком вы? О Каране Шахе. Он не отказался от мечты доставить меня в Индию. Поворачивайте назад. Они разворачиваются. О, Господи, Карен, они едут в твою сторону. Действуй скорее.
брат, не выходите оттуда. Мы разберемся с ними. Брата нужно увезти отсюда любой ценой. Малыш, малыша застрелили. Ахмед, прикончи негодяев. Патроны на исходе, Самир. Субхаш, братец Афтаб. Братец Самир, помоги. Уйти будет трудно. Все машины повреждены. Самир, ты убил моего брата Самира. Все кончено, брат. Все кончено. Самир, у меня на глазах его... А я ничего не смог сделать. Помоги мне, брат. Помогите. Я не могу ехать в Индию. Полиция, тюрьма. Я умру. Спасите меня, братец. Спасите. Спасите меня. Спасите меня, братец. Не бойся, брат. Рядом со мной ты жил как принц. И я не допущу, чтобы ты умер как собака. Теперь передо мной лишь одна дорога. И только я могу пройти по ней. Только я. Баба! Остановись! Не останавливай меня! Остановись, говорят тебе! Он убил Арджуна! Я за все ему отомщу! Остановись, я сказал! Не ты один хочешь отомстить ему за гибель Арджуна. Я тоже этого хочу. Но мы не убьем его, а поставим на колени. Страх, ужас, террор,
Он 20 лет запугивал людей и вертел ими, как хотел. Даже находясь за тысячи километров от Индии, он сеял ужас в сердцах людей. Я хочу обернуть против него его же оружие. Я хочу уничтожить страх, который он внушал нам, который позволял ему так вольготно жить. Придет конец страху. Конец придет и Сикандру. В свете представленных доказательств и показаний свидетелей, суд пришел к выводу, что подсудимый Баба Сикандр совершил сотни преступлений против государства. Согласно статье 302 Уголовного кодекса Индии, суд выносит подсудимому единственно возможный приговор – смертный приговор. Да здравствует Карен Шах! Да здравствует Карен Шах! Да здравствует Карен Шах! Подобно тому, как много лет назад Кансил Алшах усыновил Карана, Каран и Прия удочерили Айшу. Абхиманию и Сония живут в Венеции. Они воплощают в жизнь свои мечты. 20 декабря 2004 года в 6 часов утра Баба Сикандр был повешен. С ним пришел конец страху. На русский язык фильм озвучен студией «Формат АВ». Bye.